Непонятно. А вот можно спросить, а что ты любишь больше всего делать? Вот если ты спросишь, что ты любишь больше всего делать? Вот я спрошу тебя. Наташа, что ты больше всего любишь делать? Вот если бы тебе не надо было зарабатывать деньги, если бы ты не думала, вот чем бы ты занималась? То есть...